появилась оказия протестировать трактор Husqvarna TC138L. Сдали в ремонт, починили, сейчас будем тестить и заодно попробуем его в работе и покажем вам. Ну что сразу бросается в глаза? Трубопровод забился, трава больше не вылетает. Одна из особенностей, это же минус тракторов такого класса, в том числе 138 модели, небольшой трубопровод, бывает забивается, это не страшно, можно палкой его пробил. Нужно всегда косить на максимальных оборотах, чтобы достичь максимального крутящего момента ножей, да, для того, чтобы трава лучше вылетала. Здесь мастер косил на максимальных оборотах, но, видимо, все равно мощности двигателя не хватает для того, чтобы выкинуть эту траву. Как машина производит кошение не только вперед, но и косит назад. То есть, как многие думают, что при вращении ножей, движении вперед ножи вращаются в одну сторону, как только машина с включенными ножами начинает ехать в обратную сторону назад, да, ножи в обратную сторону. Нет, ножи остаются в этом же положении работать, как и при движении вперед. В принципе, все так же эффективно было скошено, никаких огрехов не было оставлено. Хотел бы отметить особенность трансмиссии. Поначалу, конечно, нужно привыкать к такого рода ручной трансмиссии, но на таких пролетах просто изумительно. Все-таки гидростатическая трансмиссия подразумевает постоянное нажатие на педаль. Здесь выставил скорость, отпустил руку и едешь себе спокойно. Очень удобно. Да, функция круиз-контроля. То есть на прямых прогонах даже очень удобно. Не нужно держать ногу постоянно на педали движения. Да, а здесь движение вперед-назад осуществляется рычагом. Далеко отлетает.